меня изнасиловали. Но я не виновата, ты понимаешь? Господи. Я столько лет пыталась это забыть, Свет. Столько лет. Господи. Ну как же ты так долго держала все это в себе и никому ничего не рассказывала? Да мне было так стыдно. Я чувствовала себя такой, ну, грязной. Я боялась, что Макс узнает, понимаешь? Что он кого-нибудь убьет. Макс? Матвей, что? Да ты не волнуйся, я просто звоню сказать, что состояние Вани стабильное. Это хорошо? Да, безусловно. Просто в нынешнем положении отсутствие ухудшения – это уже хорошо. Матвей, спасибо тебе. Я не знаю, что бы мы без тебя делали. Ну, перестань, что ты. Я как никто другой понимаю, что вы с Максом чувствуете. Матвей, а ты Максу не звонил? Нет. А что, где он? Если бы я знала. Ну, хочешь, я с ним поговорю? Нет, нет, спасибо, не надо. Я сама ему позвоню, хорошо? Ну, ладно, хорошо. И помни, что я всегда на связи. И звони в любое время. Хорошо? Хорошо. Давай, пока. Пока. Привет. Ты чего тут? Вот зашла посмотреть. Чем ты тут по ночам занимаешься? Уже вторую дома не ночуешь. Ну, вообще-то я работаю. Я вижу. Кать, звони в любое время. Слушай, Юля, перестань. У Кати сын, возможно, умирает. И я должен сделать все, чтобы спасти парня. Значит, сын умирает. Твой долг сделать все возможное? Юлечка, ну… А где ты был, когда наш сын с тобой умирал? Где ты был, чудо-доктор? Ну, зачем ты, Юля? Тихо, не надо. Успокойся. Ты все время в больнице. Я дома одна. Мне так плохо, одиноко. Да ты что, я должен быть здесь. Ванечка очень серьезно болен. Он мой крестник. Но разве я могу поступить иначе? Я понимаю. Да прости меня, но мне правда так плохо без тебя. Я ведь никуда не делся. Я рядышком. Хорошая моя. Юлечка. Говори. Говори, когда ты говоришь мне так спокойно. Послушай, ты сегодня лекарства принимала? Угу. По-моему, у тебя опять эмоциональные качели. Может, надо увеличить дозу, а? Давай сходим к твоему врачу. Нет, я принимала лекарства, чувствую себя хорошо. А если дозу увеличить, то я буду как неживая. Целый день ходить, как сомнамбула. Я просто сомневаюсь, что дозировка… Не сомневайся. Я… Правда, в порядке. Хорошо. Тогда иди домой, ладно? Хорошо? Хорошо. А я поработаю еще. Угу. Давай. Макс, ты что здесь делаешь-то? Ты что, пьяный, что ли? Сам-то пьяный. Ерунда. Что случилось? Да ничего не случилось. Выпил… Немного. Вот спать ложусь. Понятно. Тебе Кать звонит. Не звони мне! Ты мне не жена! Макс, ну что, поссорились, что ли?
Макс, ну с кем мне бывает? Будь мужиком, помирись. Позвони. Лёх, оставь меня в покое, а? Я тебя как друга прошу. Ну, как скажешь. Слушай, чего ты здесь как бомж валяешься? Пошли ко мне, хоть на нормальной кровати поспишь. Лёх, открой мне спортзал. Без проблем. Сказал, ты мне больше не жена. Катюш, Макс сейчас просто не в себе. Ну, сама должна понимать, как не просто принять такую новость. Я понимаю. Только от этого не легче. Так, вот это сейчас не надо. Слезами горю не поможешь. Макса сейчас не надо теребить. Отойдет, разберетесь. Все-таки он тебя любит, если мужчины вообще на такое способны. А мы сейчас с тобой чайку выпьем. Ты немножко успокоишься, я тебя спать уложу, а утро вечером мудренее. Угу. У нас завтра важное дело. И имей в виду, никуда твой Макс от тебя не денется. Уж я-то в мужиках разбираюсь, поверь мне. Главное, чтобы хуже не стало. Улучшений никаких, хотя должны быть. Ладно, я пойду узнаю, что там с анализами. Оля, ты меня, пожалуйста, информируй о любых изменениях, хорошо? Конечно, конечно, не волнуйтесь. Матвей Игнатьевич, не волнуйтесь. Доброе утро, девочки. Здрасте. Ой, кто это к нам пожаловал? Матвей Игнатьевич, собственной персоной. А где анализы Вани Глушкова? Так их же ваша жена делала. Матвей Игнатьевич, мы-то откуда знаем? А Юля где? Вышла? Нет, она еще не пришла. Что значит не пришла? Ну, не было ее еще. Опаздывает что-то. А мы думали, Матвей Игнатьевич, что вы с женой вместе на работу приезжаете. Просто я сегодня ночью дежурю, поэтому… Угу. Ладно. Ладно. Юля, ты где? Я решила просто прогуляться. Какие прогулки? Почему ты до сих пор Ванина анализа не сделала? Я сделала. Ну, почти. Сейчас приду, все дооформлю. Ну, быстрее давай, после работы погуляешь. Хорошо. Привет, Катюш. Здравствуй, Матвей. Заходи. Ну, как ты? Спасибо, я в порядке. Матвей, как там Ваня? Я только что от него. Спит. Его лучше не будить. Я к препаратам добавил снотворное, чтобы хоть немного разгрузить нервную систему. Болевой шок был очень сильный. Да я не буду его будить. Я хочу на него просто взглянуть. Ну, хорошо, я позвоню на пост, и тебя пустят. Только ненадолго, ладно? Хорошо.
почему ты не говоришь, как Ваня состояние? Потому что мне порадовать тебе нечем. Лучше никаких, поэтому появились опасения, что почки могут не справиться. И что будет? Ну, возможно, но это в самом крайнем случае. Понадобится пересадка. Все-таки пересадка. Катюш, послушай, я говорю в самом крайнем случае. А так я делаю все возможное и невозможное, чтобы вылечить Ваню. Поэтому я рассматриваю все варианты. Трансплантация – один из них. Поэтому тебе сейчас надо найти Ваниного биологического отца, чтобы узнать, может ли он быть донором. Совместимость с почкой биологического отца даст Ване максимальный шанс. Ты можешь найти его прямо сейчас? Я не знаю. А что нужно для определения отцовства? Любой биологический материал, я не знаю, волосы, кожа, слюна, все что угодно. И лучше, если ты его ко мне сюда приведешь. Я сам поговорю с ним. Я постараюсь. Ну, а сейчас я могу увидеть сына. Спи, мой хороший. Спи, мой маленький. Мы справимся. Мы обязательно справимся, мой родной. Набирайся сил. Привет, Свет. Занята? А можно я к тебе сейчас заеду? Спасибо большое. Здесь нельзя. Я отец. Да я помню. Но только Матвей Игнатьевич на пост не звонил. Сначала идите к нему, пусть он разрешит. Мне сейчас на работу, я ненадолго. Ну ладно, только тихо. Слушай, я специально из дома эту макулатуру вынесла, чтобы лишний раз не натыкаться. Выбросить просто рука не поднялась. И правильно, что не поднялась, потому что эти фотки нам сейчас очень-очень пригодятся. Так, Катюша, соберись. У нас работа не в проворот, а ты киснешь. Катюш, ну я понимаю, что сейчас трудно. Ну постарайся отстраниться и не думать о том, как все плохо. А наоборот, настроиться, сосредоточиться и вычислить этого гада. Я тебе помогу. Спасибо тебе. Пока не за что. Ну что, приступим? Давай. Так, ну. Ну, тут целая жизнь просто. Смотри. Угу. Хм. Не, ну ты посмотри. Вот, скажи мне. Зачем нужно было выходить замуж за этого идиота? Вот как я могла? Тут уже по физиономии просто все понятно. Ну, все написано, что ни одной юбки не пропустит. Казанова. О, нет, ну здесь просто вся наша жизнь. От ЗАГСа до развода. Ха, да. Видимо, карму надо как-то отрабатывать. Мне казалось, что ты очень любишь Игоря. Да. А потом любовь развилась, как дым. Слушай, удивительно, я ведь с самого развода эту прелесть вообще не открывала ни разу. Ладно, надо внимательно все это просмотреть. Да. Там столько народа. Ты чего? Кать, что с тобой? Нехорошо. Ну, что? Все эти воспоминания тяжело, Свет. Я обещаю, мы сейчас быстро его вычислим. Вот смотри,
Ну, смотри, этот мужик вообще с тебя глаз не сводит. Какой? Ну, вот этот. Так, давайте, выстраиваемся. Вот-вот, да-да-да, здесь. Молодые, вперед. Кучнее, друзья мои, давайте, радость вашим друг другу. Ура! Ну, а вот на конкурсах, он тоже около тебя вьется все время. Нам нужен еще один участник для этого конкурса. Итак, ищем. Обворожительно, пойдем со мной. Давайте. Да ладно, не стесняйся. Встаньте. Пойдем, сейчас я вам помогу. Сейчас мы привяжем вам этот карандаш к ремню, и вы будете им пытаться попасть в утреннюю. Точно. Я вспомнила. Он мне весь вечер прохода не давал. Как же его звали? А, это Игорь был приятель. Камиль. Нет. Канат. Карен. Точно. Карен Соболов. Слушай. Он ко мне тогда еще после свадьбы подходил, спрашивал твой телефон. Я его не дала, сказала, что ты замужем и точка. Так он обиделся. Говорит, что настоящий мужчина всегда получает женщину, которую захочет. Ты думаешь, это он? Похоже на то. Катюш, что? Холодно. Подожди сейчас. Ну-ка, так лучше будет. Может, кофейку? Сейчас. Знаешь, я только сейчас поняла, как будет трудно. Его же не просто найти надо, а еще уговорить. Отдать Ване почку. Понимаешь? Я не могу. Я даже представить себе не могу, как я ему в глаза буду смотреть. Я столько лет пыталась это забыть, а теперь мне надо. Я должна с ним встречаться и говорить, и уговаривать его. Понимаешь? Я не смогу. Я не знаю, как. Но если у меня не получится, и он откажется, что тогда делать? Что? Но почему совершенно незнакомый, чужой мужчина, здоровый, должен жертвовать для меня и для Вани чем-то? Почему? Ничего себе! Да ты могла еще 10 лет назад в тюрьму его упрятать, ты же этого не сделала. Пусть спасибо тебе скажет и будет благодарен. Так что отдаст почку, как миленький. Поверь мне, нам сейчас главное определиться, кто этот гад. А там разберемся. Ты знаешь, что этот Карен... Он тогда еще говорил, что собирается шеф-поваром в каком-то ресторане московском работать. В каком-то очень дорогом. Так может, он до сих пор там работает? Сейчас попробуем найти. Соболов. Вот, пожалуйста. Ресторан Монами. Катюшенька. Кать, ну мы уже совсем... Потерялись. Ну, что у вас-то? Что с Ванечкой? Состояние Вани стабильное, без ухудшений. Uh-huh. Асенька, я хотела машину забрать из гаража. Мне надо срочно в Москву съездить. Можно? Ну, иди, забирай. А где Макс? Я думала, он у вас. Нет. Что у вас происходит? Асенька, я не могу вам рассказать пока. Простите. Я правда очень спешу. Можно я машину заберу, ладно? Иди, забирай. Знаете, я всегда относилась к вам как к родным. Спасибо вам за все. А что Катерина уехала-то? Спешит куда-то. Куда? Не сказала. И у Макса телефон отключен, а она натянутая, как струна. Ну, у Макса телефон отключен, потому что он на тренировке. Угу. А она натянутая, потому что ребенок болеет. И в конце улицы такое большое здание. Да, это и есть наш спортивный комплекс. Хорошо, жду.
Жду. Так, что тут у нас? Заявление. Прошу отпустить меня в отпуск за свой счет в связи с семейными обстоятельствами. Я буду писать заявление, пока не подпишете. Мне нужен необходимый отпуск. Ты в своем уме? У команды серия выигрышных боев, а он в отпуск собрался. У меня серьезные личные обстоятельства. У меня ребенок тяжело болен. Да? А подопечные твои не дети, что ли? Мальчишки тренируются, как проклятые, а тренер их решил слить в легкую. Сан Саныч, пойми, я должен быть рядом с сыном. Ну, не могу я сейчас ездить на эти выездные бои. Макс, ну пойми ты правильно. Ну, выиграйте область, поедете на Россию. Клуб ждал этого шанса несколько лет. Ну, сам знаешь. Единственная возможность у клуба засветиться, а у мальчишек твоих выбиться в люди. Ну, ты же сам знаешь, из каких они семей. Особенно этот ваш фаворит. Как его? Сергей Гудков. Ну вот, Гудков. Так что иди, Макс, и работай. И не подводи ни меня, ни пацанов своих. Они смотрят на тебя, как на Бога. Да я все понимаю, но и ты пойми, да не могу я. Ну, понимаешь, не могу. Ну что мне увольнять тебя в связи с несоответствием занимаемой должности? Что за тренер такой, который бросает команду перед самими соревнованиями? Чего молчишь? Или ты думаешь, что ты без зарплаты сможешь решить свои нынешние проблемы? Деньги тебе сейчас нужны, как никогда, я думаю. Макс, клуб тебя не бросит, ты знаешь. Будут и премиальные, еще что-нибудь. Ну, придумаем, в конце концов, где взять эти деньги. Хорошо. Тогда после соревнования я сразу ухожу в отпуск. И работать буду только по графику. Угу. Извините. Нервный какой, а? Угу. Добрый день. О, здрасте. Олег, очень приятно. Сан Саныч. Дмитрий. Сан Саныч, очень рад, что вы так быстро нас нашли. Да. Спорткомплекс в Речноводске удобно расположен. Да вы присаживайтесь. Присаживайтесь. Ну, я понял по телефону, что вас интересует нынешняя команда юниоров. Да, вы знаете, нас интересуют начинающие талантливые боксеры. Мы в курсе, что команда вашего клуба едет на областные соревнования. Ну так вот, в случае победы мы готовы оказать команде спонсорскую помощь. О, это будет как нельзя кстати. Ну, сами знаете, спорт – дорогое удовольствие. Клуб у нас некоммерческий. Мальчишки тренируются из самых бедных семей, так что денег мы с них не берем. Нам бы на бойцов посмотреть. А, так это пожалуйста. Работаем, работаем! Ногами работаем, не стоим на месте. Стойку не проваливай. Вот. Хорошо. Наши будущие чемпионы. Локти, локти, ну. Где защита? Дистанцию держи, не сближайся. Хорошо работаем. Руки не опускай. Уверяю вас, они могут еще лучше. Давай двойку. Брэк, Сергей. Куда ты так лепишь, а? Ты ему челюсть чуть не выставил. А че он зевает, как лох? Я не лох. Так, при таком раскладе все будем лохи. Если ты ему выбьешь челюсть, то он в соревнования поедет. Я дал четкие указания. Удерживать удары и не доводить до максимума. Увидел дырку в обороне, просто обозначил и все. Сопернику надо только показать, где у него проблема. Максим Петрович, знаете, трудно удержаться. Я понимаю, что трудно, но если ты не удержишься, ты всю команду подставишь. А ты тоже чего ворон ловишь? Да разве за ним угонишься? Тяжело в учении, легко в бою. Дай посмотреть. Нормально, я думал, будет хуже. Сан Саныч, у тебя в холодильнике лед есть? Сейчас. Дай, будь человеком. Вот видите, мы даже шлемы для спарринга защитные купить не можем. Не в состоянии, у клуба нет средств. А парень-то хороший, который вмазал. Ну да.
Реакция отличная. Тренер что-то мутноватый. Ну, а то знаешь, чем живет, чем дышит. Ну да. Все, давай домой. На сегодня с тебя хватит. А мне куда? Обратно в спортзал? Нет, с тебя тоже хватит. А то еще кому-нибудь нос расквасишь. Да я как про соревнования вспоминаю, такой азарт появляется. Всех бы уложил. Сереж, я понимаю, только команде это сейчас не надо. Максим Петрович, вы сегодня какой-то не такой. У вас все в порядке? Да, все нормально. Да лучше скажи, как отец. Да вот уже третий месяц не пьет. Я прям сам удивляюсь, такого с ним еще не было. Ну, отлично, я рад. Дома тоже все рады, лишь бы не сорвался. Максим Петрович, можно завтра немножко опоздаю? А что такое? Брата нужно к зубному отвезти. Мамка не может, а Димка один, идти боится. Хорошо, давай. Только потом бегом на тренировку. Да я Димку ждать не буду, мне его лишь бы в кресло посадить. А там пусть сам как хочет. Петь, а я минералку в машине забыла. Хорошо, ты иди к Ване, я сейчас принесу. Петя, ну сначала, наверное, надо зайти к Матвею. Ну нужно, чтобы он дал разрешение на посещение. Ну хорошо, хорошо, иди к Матвею, иди. Я мигом, иди. Я же говорила, гуляла. Ты себя нормально чувствуешь? Да. И лекарства я приняла. Молодец. Если ты почувствуешь себя хуже, ты не молчи, скажи сразу. Ну, перестань волноваться. Я что, маленькая, что ли? Вот, повторные результаты анализов. Макс точно не отец Вани. Да, спасибо большое, Юленька. Давай, иди, пожалуйста, в лабораторию и подготовь мне анализ мочи и крови. Здрасте. Добрый день, Ксения Михайловна. Что значит, Макс не отец? Я не имею права говорить, это врачебная этика. Матвей, ты с ума сошел? Я же Максиму мать. Ванечка, мой внук. Как ты можешь такое от меня скрывать? Это здесь написано, что Максим не отец. Да, это результаты анализов на совместимость. Что вы делаете, Ксения Михайловна? Не хочу, чтобы это еще кто-нибудь увидел. Пожалуйста. Отдайте мне анализы. А Максим знает? Да. Так получилось, что... Что знает? Беда. Добрый день. Асенька, я забрал. Угу. А что это у вас лица такие перевернутые? Да нет. Нормальные лица. Матвей Игнатьевич, вы проводите нас к Ванечке? Не, вы идите, идите. Я сейчас на пост позвоню. Угу. Пойдем, пойдем, Петенька. Пойдем к родному внуку.
были вас видеть. Да. И дорогие ключи, а? Так, ну теперь поехали. Будем рады. Мороженое хочешь? Да. Здрасте. Здравствуйте. Вон машина. Здравствуйте. Добрый день. На чье имя у вас заказывал столик? Я не заказывала. Я хотела бы поговорить с шеф-поваром, с Кареном Соболовым. У вас с ним договорились? Да. То есть нет. Мне просто очень нужно с ним поговорить. Хорошо, подождите минуточку. Есть? Добрый день. Здравствуйте. В чем проблема? Мне очень нужно поговорить с Кареном Соболовым. Свяжитесь с ним по телефону. У меня нет его телефона. Тогда извините, не могу вам помочь. Тогда знаете что? Я бы хотела пообедать в вашем ресторанчике. Мне его порекомендовала подруга. Свободных столиков, как я понимаю, сейчас предостаточно? Пойдемте, я провожу вас в зал. Пожалуйста, присаживайтесь. Добрый день. Так, мне нужно что-нибудь легкое. Что посоветуете? Может быть, закуски? Легкое савичи из лосося с пореем. Да? Кстати, наше фирменное блюдо. Еще могу вам предложить… Нет, давайте савичи без лосося. И минеральную воду без газа. Только побыстрее, пожалуйста. Хорошо. Ваша вода. Пожалуйста. Да. Ваш заказ. Пожалуйста. Ваш савичи. Приятного аппетита. Молодой человек, лосось не свежий. Простите? Лосось не свежий. Позовите шеф-повара немедленно. Извините, пожалуйста, но у нас все продукты свежие. Что? Вы хотите вступить со мной в дискуссию? Позовите шеф-повара, я, по-моему, ясно выразилась, да? Извините, минуточку, сейчас. Кошмар! Почти зря я разбил свои. Где капуста? Люсенька, я надеюсь, и не вечером. Карен Георгиевич, извините, вас там посетительница требует. Что еще? Ну, она говорит, что лосось не свежий. Что? Покажи, какая. Да вон, вот это вот. В таком виде и в наш ресторан. Да ее вообще пропускать даже не хотели. Знакомое лицо. Уверенно держится. Странно. Ничего, разберемся. Добрый день. Мне сказали, что у вас какие-то проблемы. Хотя какие могут быть проблемы у такой обворожительной женщины? Это вы. 10 лет назад вы точно так же говорили. Обворожительная женщина. Не понял. Свадьба, да. Да. Мы познакомились на свадьбе. Здравствуйте, Карен. Подождите, дайте вспомнить. Кажется, Екатерина. Точно. Катя. Катя, ну кто бы мог подумать? То есть я чертовски рад. Но, Катюша, какими судьбами вы здесь? Я здесь по очень важному делу. Ты все так же красива. Честное слово, даже еще красивее. Вообще, насколько я помню, ты была замужем. А как сейчас твоя личная жизнь? Ну, я развожусь. Да ты что? В наше время браки так недолговечны, непрочны. Поэтому я решила развеяться.
навестить старых друзей. И это правильно. Давай вместе смоемся куда-нибудь вдвоем. Как? Ты же на работе. Ничего, я мигом. Ну, давай, за хороший отпуск в Альпах, да, Никита. Там поехали. Прошу. Всего доброго. Спасибо. Всего доброго. До свидания. Я на машине. Катя, давай бросим машину. Посидим в баре нормально, поспоминаем. Столько лет все-таки не виделись. Тут неподалеку есть очень хороший бар. Вина прямо из Франции привозят. Не извини, Карен, я бросить машину не могу. Недавно права получила, стараюсь ездить как можно чаще, набираюсь опыта. Это получается, сегодня у нас сухой закон? Почему у нас? Только у меня. Прошу. Или ты боишься женщин за рулем? Ха, насмешила, дорогая. Я женщин в принципе не боюсь, я их обожаю. Вот, пожалуйста. Ответ посылать будете? Посылать, да. Но без ответа, молча. Всего доброго. Ага. До свидания. Катя, как ты милая. Расскажи лучше о себе. Ты так интересно рассказываешь. Нет, я хочу любоваться только тобой. Я таю от твоей красоты. Меня нет. Божественная женщина. Восхитительная. Целовать бы такую до кончиков пальцев. Твой аромат сводит меня с ума. Извини, мне надо ответить. Алло? Алло. Катюш, ну как ты? Светик, я в баре. Все в порядке, не волнуйся. Я тут с человеком сижу. Ты нашла Карена? Да. Я тебе позже перезвоню, ладно? Поняла. Удачи. Хорошо. Кто звонил, если не секрет? Света. И она передавала тебе привет. Света? Ты передала ей привет? От меня? Ну, конечно. Катя, это судьба. 10 лет тому назад это свадьба. Звонок Света. Мы сегодня вместе. Поехали ко мне. Это рядом. Ну, что же ты молчишь, Катюш? Поехали. Восхитительная. Бармен, счет. Кать, будешь ты действительно еще не слишком уверена. Да. Ну ничего, опыт дело наживное. Зато сколько темперамента в твоих порывах. Ты сводишь меня с ума. Иди сюда. Иди, не бойся. Потрясающая женщина. Дверь, кажется, заела. Прости, Карен, я что-то плохо себя чувствую. Я не могу, мне надо ехать, извини. Thank you.
Лилечка? Секундочку, подожди. Ты чё здесь, Макс? Да я так. Гулял. Я пойду. Стой. Лилечка, ты понимаешь, такое дело. Просто брат приехал, как снег на голову. Здесь шампанское. Все, в общем, шоколадочки, настроение поднимать. Мила моя хорошая, я тебе позвоню обязательно. Пойдем, 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 пойдем. Я тебе обязательно позвоню. Садись, 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 садись. Давай, 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 давай. Хорошая моя, все. Все. Все, пока. Все, я тебе позвоню, пока. Лесная, 8, отвези, пожалуйста. Хорошо, понял. Ну, пошли. Пошли, пошли. Да не разувайся, проходи. Я не буду. Ну, на сухую давай рассказывай. Лех, можно я спать пойду? Пойдем к стелю. Давай еще 10 кубиков, не хватит. Получше ему стало, правда? Похоже на то. А, вот ты где. Вот, держи. Последние результаты анализов. Белок в моче падает, и креатин тоже снижается. Ну что, хорошие новости. Похоже, почка восстанавливает работу. Надо сейчас убедиться в стабильности результатов лечения. Так что не будем расслабляться. Ну что, пойдем домой? Ты домой собираешься? Да, пойдем. Пойдем. Матвей, как хорошо, что я тебя застала. Я привезла то, что нужно для анализа. Я подожду тебя у машины. Давай. Хорошо, но только лаборатория уже закрыта. Я утром отнесу на анализ. А Ванечке наблюдается положительная динамика. Ему лучше? Да. А можно к нему? Он уже спит. Не надо его тревожить. Утром приходи. Матвей, а когда будут готовы результаты анализов? Просто мне нужно понимать, подойдет этот человек, или мне нужно искать другого? Другого? Я тебя умоляю, не нужно. Не нужно ни о чем спрашивать, а? Хорошо. Матвей, мы едем. Да, едем. Ну что, до утра? Спасибо. Давай.